Расскажите, для кого этот подарок? В общественную приемную партии «Единая Россия» обратилась семья мобилизованного участника СВО с просьбой помочь собрать ребенка в школу. На нашу просьбу откликнулся депутат Государственной Думы Сергей Александрович Пахомов. Вот сейчас мы идем вручать набор непосредственно семье. Подарки семилетний Алеша и его двоюродная сестра Варвара разбирают вместе. Отец Алеши – профессиональный военный и уже больше года находится в зоне специальной военной операции. Последний раз он виделся с семьей в декабре прошлого года. Алеша и его мама Лиана надеются, что к сентябрю, наконец, папа сможет приехать в гости. А что бы ты папе хотел сказать? Скажи, что у тебя? Скучаю. По словам Лианы, когда военную часть передислоцировали в один из новых регионов, муж настоял, чтобы жена с сыном переехали к родителям в Богородское, где мальчик сможет нормально пойти в школу. Переехали в марте, Алешу записали на подготовительные курсы для первоклассников, которые семья оплачивает за свой счет. А за помощью в подготовке к школе обратились в общественную приемную «Единой России», где работает центр помощи семьям мобилизованных. Мне подсказали, если честно, сказали, у нас просто много многодетных семей, также на поселке, которые сказали, что можно обратиться в «Единую Россию», также с помощью, как с социальной помощью в плане питания, также и подготовки к школе, канцелярии. Съездила на проспект Красной Армии, обратилась в «Единую Россию» и привезли. На базе общественной приемной партии «Единая Россия» удалось скоординировать усилия волонтеров, добровольных жертвователей и депутатов. По словам руководителя местного отделения «Молодой гвардии» Сергея Денисова, примерно 1-2 раза в неделю семьи участников СВО обращаются к волонтерам центра за помощью. Не всегда это материальная помощь. То есть это может быть абсолютно все, что угодно. Там и дрова кололи, и дрова привозили, где-то забор поправить, где-то вот нужна какая-то материальная помощь, либо вот как сейчас помощь подготовки ребенка в школу. Это вообще на самом деле ежегодно у нас акция проходит, называется «Собери ребенка в школу». У нас помимо точечных заданий, либо просьб, которые поступают от жителей, от семей и участников СВО, у нас также регулярно каждый год проходит сбор канцелярии на базе партии, на базе исполкома партии «Единая Россия». Всю собранную помощь волонтерский центр распределяет среди своих подопечных, а также среди малообеспеченных и многодетных семей. Татьяна Мельникова, Вячеслав Шумов, программа «События».